Сотрудники 4-й пожарно-спасательной части Белогорска удостоены ведомственными наградами МЧС России. Торжественное мероприятие состоялось 30 ноября в Центре культурного развития города. Медалями и нагрудными знаками отметили тех, кто принимал участие в ликвидации последствий паводка этого года. Было отмечено, 2021 год выдался для всего Приамурья непростым. За лето в области случились два наводнения. Сначала на Амуре, потом на Зее и Томи. Населенные пункты Приамурья начали готовиться к Новому году. Так, остановки в Сковородине украсили открытками советского времени. Тем временем в Свободном началось строительство ледового городка на площади имени Лозо. Специалисты из Екатеринбурга занимаются изготовлением праздничных фигур в городе президентского внимания уже третий год. В прогрессе во время купания захлебнулся 10-месячный ребенок. ЧП произошло 29 ноября. Об этом информирует прокуратура Амурской области. По предварительной информации, мать несовершеннолетнего в момент трагедии отсутствовала. С двумя ее малолетними детьми дома находился сожитель. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Губернатор Приамурья занял первое место во всероссийском рейтинге по качеству работы с населением в социальных сетях. Десятки привлеченных к анализу исследователей провели большую работу. Подсчитано не только количество контента в соцсетях от глав регионов, но и качество. Дана оценка и отношению населения к своим губернаторам. Об этом и многом другом корреспонденты Амурского областного телевидения расскажут в вечерних выпусках новостей. Первый смотрите в 18:00.